Здравствуйте! В эфире «Молодежные новости». И их неподкупные ведущие Елена и Алиса. Неподкупные ведущие. А. И мы начинаем. Сегодня в выпуске. Юбилейный концерт танцевального коллектива «Радость», который прошел 31 марта в Доме культуры города Кохтла-Ярви. Театр «Мельница» отметил свой 25-й день рождения. Ну и, конечно же, вечеринка для молодежи «School Dance». Ну а теперь обо всем поподробнее. В этом зале еще нет никого. Кресла пустуют. Но вы даже себе представить не можете, что через какое-то время здесь не будет ни одного свободного места. А энергетика будет зашкаливать. Такая энергетика, что никто не сможет усидеть спокойно на месте. В Центре культуры состоялось празднование юбилея коллектива. В первом отделении концерта «Время радости» можно было увидеть моменты радости в фото- и видеоархивах, географию радости, победы радости и, конечно же, танцующую радость. Зрители ожидала и нечаянная радость, сюрпризы которыми примечательны концерты радости. Необычно было в этот раз антракт, в котором выпускница коллектива 2013 года Анастасия Коган поделилась с маленькими гостями праздника и их родителями секретами радости. 25 лет с радостью. Именно так сегодня называется праздничный концерт, посвященный дню рождения танцевального коллектива «Радость». Ну, а первая часть уже закончилась. Но поверьте мне, все самое интересное сегодня будет впереди. Вот именно здесь, сейчас сзади меня происходит мастер-класс от одной из выпускниц танцевального коллектива, где все и маленькие, и средненькие, и большие могут попробовать себя в танцевальном искусстве. И получают море радости, море позитива. Давайте же посмотрим и присоединимся туда. Обязательно присоединимся. Так, давайте представим, что мы только что проснулись. И что мы делаем? А теперь кто мы? Ты прыгай! Ай, у нас пошли! У меня внучка танцует вала тут. И вот мы пришли специально, на все концерты ходим посмотреть радость. Нам очень нравится. Ну вот первая часть уже закончилась. Что можете сказать? Какие были эмоции? Как вам понравилось, не понравилось? Я не первый раз вижу эти танцы. И мне все нравится. Так что я с удовольствием хожу на все их отчетные. Вот тем более в этом году такой юбилейный. Мы пришли с радостью и получили еще большую радость. И, наверное, на долгие месяцы нам этого хватит. До следующего концерта. Скажите, а кто-то у вас танцует из ваших родственников, детей, может быть? У нас дебют сегодня, у нас танцует маленькая внучка. Да, вот как раз поваренком была, да. Что можете пожелать Елене и танцевальному коллективу «Радость» в честь юбилея сегодня? Терпения и творческих успехов. Да, и талантливых детей. Хотя не талантливых детей не бывает. Да. Спасибо вам большое. Родителям терпения. Это самое главное. Вам хорошего праздника, продолжения. Впереди самое интересное. Вам хороших репортажей. Второе отделение прошло под девизом «Меньше слов, больше танцев», в котором выступали выпускницы и гости праздника. Поскольку город Кохтла-Ярви можно смело назвать танцующим городом, с танцевальными подарками пришли лучшие творческие коллективы города. «Загадка», студия степ-танца Бориса Мянима, студия НС, «Антарес», «Ритм», «Озорницы». Команда «Радости» – это основатель коллектива, хореограф-постановщик Елена Ковтун, второй хореограф-постановщик-тренер Наталья Абрамова, художник-модельер Елена Агеева, тренер по акробатике Марина Круглик, тренер по хип-хопу Наталья Шабарчина. Более сотни участников – выпускники, родители, бабушки, дедушки, родственники. И поэтому, к сожалению, не всем хватило места в зрительном зале. Да, я могу. Ну что, рядом радость, это чувствуется, правда? Сразу эмоции пошли, переполняющие просто. Рассказывайте, делитесь, дарите мне радость. В общем, такие ощущения, что это просто такой... Необычный концерт был, на самом деле. Это первый раз такой, на самом деле, большой, крупный концерт, от которого мы получили реальное удовольствие и... Камеру смотри. Привет. Ну, в общем, было очень замечательно. Какие-то были ситуации, которые, там, не знаю, вот такие вот сложные, что было все там на грани срыва, или какие-то, может быть, костюмы не успевали? Да, было что-то... такое дело, конечно. Это бывает каждый концерт, но мы уже привыкли и как-то выходим из этих ситуаций. И сегодня такое тоже было. Ясно. У вас сегодня были
Девчонки, которые закончили танцевать, как вы дружили с ними? Будет тяжело вам? Вот что можете сказать? Как передать мне ваши эмоции по этому поводу? Это был очень сильно такой удар по нам, что их больше не будет. И мы все стояли за кулисами и плакали. Это было так грустно на самом деле. Мы по ним будем скучать. Давайте пару слов вашему руководителю Елене и Наталье, да? Да. Передайте что-нибудь. Давай, Елена, ты что-нибудь скажи. Да, вот мы передаем, да? Ну, мы их очень любим и не хотим их потерять никогда. Вот. Не хотим, и не хотим их покидать. Через несколько лет. Да. Вот. Но придется все-таки, наверное. Да. Елена Викторовна и Наташа, мы вас очень сильно любим. Желаем вам всего-всего самого лучшего, успехов в танцах, чтобы еще было больше побед и всего-всего самого лучшего. И поцелуйчики. Так, вот как их после этого радостью не назвать? Радость сегодня у нас. Чувствую себя замечательно, но очень устала, потому что готовились мы с выпускницами в основном. Буквально за 4 недели все номера делали буквально очень быстро. И поэтому очень тяжело, все прямо как были, так и танцевали. Поэтому очень напряженная была очень работа. Расскажи мне, ты уже выпустилась с радостью? Выпустилась я 2 года назад, вот. Но сейчас я думаю, что я вернусь и буду также поддерживать свой коллектив и делать какие-то постановки. То есть ты планируешь все-таки дальнейшее свое будущее создать с танцами? Ну, я не только с танцами, но я и танцую, и учусь, и все пытаюсь успевать. Ну, что можешь пожелать сегодня на Елене, Наталье, девчонкам, с кем танцевала? Творческих успехов, это самое главное, и терпения. Его очень-очень нужно, на него не хватает иногда. Что ж, Наташа Шабарчина сегодня показала, что такое танец. И она вот правильно заметила, что Елена в танцы вкладывает маленькую сказку, маленькую жизнь. Я желаю тебе таких же творческих успехов, и чтобы мы через несколько лет были на твоем концерте. Что же, Елена, от лица молодежного портала «Молодежных новостей» поздравляю вас с этим праздником, с этим юбилеем. 25 лет дарили радость, дарите, я думаю, что будете дарить и дальше. Скажите, откуда столько энергии? Спасибо большое за поздравления. Мы как радовали 25 лет, так и будем продолжать радовать зрителей. Планы, конечно, работать, еще лучше, лучше, лучше. Дети, вы видели, какие у нас замечательные дети? Замечательные родители, поэтому мы, конечно, стараемся, чтобы им было интересно в коллективе. Интересные танцы ставим. И готовимся, конечно, к поездке. Вот у нас будут смотреть дети с разных городов. Не только с Кохлы-Ярови будут. Ну, и просматривают, и будут. Что бы вы могли им такое сказать, чтобы они даже, вот, находясь очень далеко, почувствовали эту радость, эту эмоцию сегодняшнюю? Вы знаете, наверное, вся наша жизнь, она состоит из кусочков радости. Только мы иногда их замечаем, а иногда пропускаем, да? И я хочу, чтобы у каждого человека, у каждого ребенка было прежде всего радостное детство, да, чтобы каждый день у него в глазах сияла радость. Море энергии. И чтобы детки, конечно, занимались чем-то любимым своим делом. Это очень важно. Это были молодежные новости с репортажем из Дома культуры Кохлы-Ярови, где сегодня был юбилейный концерт танцевального коллектива «Радость». Четверть века для театра – это и много, и мало. 31 марта труппа театра юного зрителя «Мельница» отпраздновала свой 25-летний юбилей. В самом начале, когда в 1988 году театр создавался, в нем работало 22 человека. К сожалению, развал СССР, лишение собственного здания – все это внесло свои коррективы в финансовые возможности театра. И «Мельнице» пришлось взять за образец модель европейского театра – театра на колесах, где все ориентировано на небольшую труппу и гастрольную деятельность. С открытием нового концертного дома скитания театра наконец закончились. Конечно, проблемы остаются, так как у театра нет собственной сцены, и ребята продолжают вести гастрольный образ жизни. Команда молодежных новостей поздравляет театр «Мельница» с 25-летием и желает творческих успехов и много-много юных зрителей. Привет! Мы театр Тулевецкий! Уже 25 лет мы делаем спектакли для детей и взрослых. И нам это нравится, участвовать в разных фестивалях и конкурсах. А еще мы любим петь.
Ну а мы хотим оправдать надежды наших комментаторов. И у нас предвыборная кампания. Баллотируются злой и добрый комментаторы. Этой весной команда School Dance отпраздновала свое трехлетие. Вечеринка проходила в стенах Ахтынской гимназии в формате «Сказка». В вечеринке приняли участие диджеи Алина Захарова, ребята из The Blues Project и специальные гости резидента клуба Круза диджей Демик и Ремикс. Первым нашим детищем стали вечеринки School Dance. Вечеринки проводились и проводятся в ночном клубе Круза, куда в обычное время школьникам просто не попасть, и является одним из проектов команды School Dance. Тусовки School Dance стали традиционными и проводились на каникулах. Это было чудесное время, когда мы собирались в клубе, общались, придумывали тематики, придумывали различные моменты в организации вечеринок. Движение School Dance набирало обороты, привлекало огромное количество гостей, участников и партнеров. В процессе работы над School Dance появился наш второй ребенок – радио. Равняться с большими серьезными радиостанциями смысла не было. Мы делали это для развлечения. Причем развлекали мы как нашу молодежь, так и самих себя. Радиоэфиры были двух- и трехдневными, и даже пятидневными. Были тематические передачи для поклонников различной музыки. Можно было заказывать любимые треки и общаться в прямом эфире с помощью скайпа и телефона. А завершался радиоэфир прямой трансляцией самой вечеринки. Мы решили не останавливаться на достигнутом, и появился наш третий проект – новостной портал sdparty.net, на котором было решено собрать воедино все афиши, анонсы, фото и видео с мероприятий. Чтобы это дало возможность посетителям портала быть в курсе как предстоящих, так и прошедших мероприятий. Сейчас постоянно ведется работа над порталом, собирается большое количество информации, обновляется и дорабатывается структура сайта. Команду SDParty поистине не можно назвать большой семьей. Это дружный коллектив молодых энтузиастов, которые заботятся об отдыхе нашей молодежи. Елена Ситникова, Алиса Линтер и Антонина Латту, которые являются ведущими, корреспондентами и дикторами новостей. Да, есть команда и по ту сторону экрана, без участия которых была бы невозможна работа портала. Это ваш покорный слуга Денис Озеров, диктор и звукорежиссер. Илья Тельнов, оператор, монтаж, редактор, администратор и создатель сайта. Мирослав Бондарев, программист, администратор и создатель сайта. Ну а также сейчас в обслуживании портала команде помогают ученики Ахтынской гимназии Данил Диденко и Сандер Вом. Молодежный портал пережил две хакерские атаки. Но именно то, что мы научились работать в команде, помогло нам в кратчайшие сроки восстановить работу портала. Команда SD, несмотря на многочисленные трудности, не перестает экспериментировать. И сегодня наш день рождения. Мы поздравляем и вас, и себя. Благодарим всех, кто был и остается вместе с нами, несмотря ни на что. Если у кого-то из твоих друзей день рождения совпадает с выпуском молодежных новостей, присылай видеопоздравления вот по этому адресу. Все видеопоздравления будут опубликованы на сайте sdparty.net, а самые лучшие оригинальные видеоролики попадут в эфир. Ну а мы приглашаем к сотрудничеству все молодежные организации и учебные заведения нашего города. Присылайте нам информацию о своих мероприятиях, сделаем репортаж вместе. Ну а если именно ты хочешь сделать свой собственный репортаж о интересующем тебя событии, присылай нам отснятый материал на телефон, фотоаппарат, камеру на наш email. И главное, не бойтесь, оставайтесь в кадре. Ну а мы прощаемся с вами. Всем красивой весны, до новых встреч. Смотрите нас на портале sdparty.net и на телеканале Litos. До новых встреч, друзья!